тоже поиграю. Нет, это мой заяц. Но я хочу. Мой заяц. Но я его хочу. Ну, мой на день рождения. Вот жать. Макс, ты уже вырос из зайца. Но я хочу. Пожалуйста. Но... Это же мой зайка. Как долго это будет продолжаться? Пока она мне не даст зайца. А, ты сказал, до того, как я тебе не дам, окей, пока. What? Значит так, зайца поставили, сели за стол. How? Ты сюда, а ты сюда. Окей, чё? Эй, панкейки все для меня. У меня самая большая тарелка. Началось. Так, все панкейки мои. А можно мне один тоже? Пожалуйста. И мне. Эй, у тебя больше. Ну дай мне, ну пожалуйста. Мне это уже надоело. Сегодня я займусь вашим воспитанием. Не слушайте меня как папу. Сегодня я буду вашим старшим братом. Да, иду заниматься вашим воспитанием серьезно. А как это? А вот так, что я вам на примере покажу, как себя должен вести старший брат. Yes, I'm Max. Значит так. Завтракаем, набираемся сил, и я вам покажу, как себя должны вести уже взрослые дети. А то ведете себя как малыши, ходите в детских пижамах. Ну и что, но я классная. А у меня вообще с инопланетянами. Вот-вот-вот, детские вещи какие-то носите. Вы в вашем возрасте должны быть уже крутые пацаны, как я. Ну у меня хотя бы все соусы. Ананасы у меня все соусы, все. Хотя бы у меня один. А ананасы тоже крутые. Так, чувствую, будет непросто. Но ничего, я справлюсь. Жуйте тихонько. Ага, ей. Значит так, малышня, сейчас я вас приодену нормально, по-взрослому. А то ходите в пижамах, как бейбики какие-то. Значит так, тебе, Макс. О, во, нормальная взрослая футболка. Класс. Так, штаны. Во, крутецкие штаны, пацанячие. Как для охоты вообще, олень бы тебя не заметил. Класс, отлично. Это все? Да, одеваться. Ей. Так, следующий. Че тут у тебя все с какими-то понями? Ладно, какую-нибудь, на. Это без пони. Все, девчачья, на, держи. Сегодня я решаю, а то у вас вкуса совсем нет. Все, по-детски одеваетесь. Так, и штаны какие-нибудь, какая разница? Вот взяла, одела и пошли. Все, давай одеваемся, активничаем. Оно не сочетается. Не сочетается? Это что, хочешь сказать, что у меня плохой вкус? Да, мне не нравится. Еще мне надо кофта, холодно на улице. Очень все сочетается, иди одевайся. А есть хотя бы кофта? Будет тебе кофта, давай. Ха, сейчас я сделаю банду. Че там, готов? Та-дам, готов. Такой же, как ты. Чего-то не хватает. Чего не хватает? А ну-ка погнал за мной. Хорошо. Давай, идем. Окей. Я все-таки одела кофту, мне холодно. Ты смотри, какая непослушная малявка. Ну холодно, да. Ладно. Замерзла. Ладно, идем за мной, я еще чем-то вас сейчас там дотюнингую. Хорошо. Так, камон, чем вас тут дотюнинговать, а? Вот мне кажется, вот это подойдет. Окей. О, нет, а такой... тебе такая геймерская. А почему класс. Мне надо кепка? Я лучше знаю. И вообще, все крутые пацаны ходят в кепках. Па, я вообще-то не пацан. Я не па, а брат сегодня, ты помнишь? Так что все, давай, малявка. Окей, бро. О, вот это понимаю, братуха. Бро. Мы идем играть в PlayStation? Давай я буду говорить, что мы будем делать. Ты... Не играть, а заниматься саморазвитием на PlayStation. Бро, я не могу видеть. Глаза открой. Все, короче, погнали. Мне чур самый крутой контроллер. Ага, размечтался. И самое большое сиденье. А, размечтался. Я старший брат, и я выбираю, кто где будет сидеть. Кать, контроллер подай. Бро, контроллер подай. А что, самый маленький, что ли? Давай встань, подожди, контроллер да, принеси. Да, я самая маленькая. Вот то иди давай. Стой, ты сказал, я самый маленький. Самый маленький ребенок в этой семье. Давай, не затягивай процесс, принеси контроллеры. Как, какой? PlayStation-овские. У нас 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, все, что ты считаешь. Короче, давай принеси 3 контроллера, Бива. Ладно. А ты давай не расслабляйся, тащи давай, давай игры. Тут только 2. Ну, давай, ты не сюда. Ладно. Вот как с вами быть? Вот что это такое? Ты там 3-4 считала, а сейчас только 2? А ну, отдай сюда. Тут есть только 2. Давай, малой, тащи диски. А, там у нас нету дисков, у нас только диджитал. Что за геймер, у него нет дисков? Так, короче, так я не понимаю ничего. Быстро собрались, поехали в магазин покупать нормальные диски, нормальные это игры. Нормальные игры, просто без диска. Так, в средневековье ваше я ничего не понимаю. Мне нужен диск. Поехали в магазин за дисками, за играми крутыми. Ты сам средневековый, тебе нужны диски. Все сейчас... Да, я хочу держать в руках мои игры. Так,
карманные деньги быстренько сюда. Сейчас скинемся и пойдем за дисками, за нормальными играми. Айда, давай. Все. Но взрослые обычно покупают вещи. Я бро, так что мы все вместе должны складчину покупать. Давай. Дожился. Надо давать деньги, чтобы покупать игры для старшего брата. Что, нашел? О, да. У меня двадцатка. А что ты собираешь? По пять. Ты что, где-то попрошайничаешь? Ну, нет. Это мои заработанные деньги. А, ну если зарабатываешь, тогда круто. Mm-hmm. Это инвестиция. Реально? В развитие. Сейчас купим самую крутую игру. Катя, где твои деньги? Давай, Катя, иди братуха! Сюда. О, привет, братуха, давай, что там у тебя? Ну, ничего себе, пачка денег, ну тоже что-то все мелкие, по пятерке, сколько? Хорошо, хоть не копейками. Я могу сделать копейки. Да не, мне стыдно потом будет расплачиваться мелочью. Короче, теперь магазин, я думаю, на одну крутую игру нам точно хватит, побежали. Вот это, давай, то есть, бро, что, можно бро? Что-то сделать. Катя, идем покупать игру. Ты у нас будет держателем кассы. Окей. Бухгалтер! Катя, наш бухгалтер! Не знаю, что такое. Я не понял, а что это вы обуваетесь, какие-то детские какие-то колеса, смотри. А что это за медведи? Ты что, малышка, совсем? Конечно. Надо нормальные колеса носить. А у меня лицо. Не нравится мне, какое-то лошадиное лицо. Так я с вами никуда не пойду. У вас что, Джорданов нормальных нет? Нет, есть. Так. О, вот это нормальное дело, пацаны. Джорданы, нормальная пацанячья обувка. Снимите свои детские тапочки, как будто на утренник собрались. Вот, одевайте нормальную обувь. А, да, вот так. А ты, где твои Джорданы? А я свои, мне просто в палец давит, я их не ношу. У тебя просто их нет. Yes. Все вы знаете, но у меня даже покруче есть, чем Джорданы ваши. У меня вольфы. Видите, даже волк нарисован. Прям как я крутой. Это вообще лисица. Читай, что написано. Написано вольф? Голый волк написано. Сама ты лисица. Тогда это лысый волк. А вот про лысый волк давай не будем. Я вообще в кепке. А что это у вас за ватники какие-то? Нормальной одежды что ли нет? Тут нормальная куртка. И у меня нормальная. Limited edition. Я так с вами не пойду. Меня друганы засмеют, если рядом со мной тебя увидят и блестка. Вот, нормальная пацанячья одежда. Лови. О, спасибо. Давайте быстрее. Что-то вы долго чухаетесь. Я уже давно играл в игру, а вы еще куртки не можете. Подожди. Окей, я готов. Наконец-то. Хи-хи-хи. Эй, а где кепка? О, деньги. О, и деньги. Ты все забыла. Сам ты забыл. У меня все под контролем. Угу, классный контроль. Чувствую, будет весело. Так, короче, мы в гейминге. Катя, где деньги? Деньги есть, идем выбирать крутую игру. Смотрим самые классные новинки. Вот, New Releases, да. Вот это новая Nintendo игра. Нет. Очень новая. У меня есть самая лучшая. Катя, ты что, бэйбик совсем? Вот, PlayStation, Hogwarts, смотри. Вот, новое что-то. А сколько стоит хоть? 57. 57, 58. Как раз у нас есть 60 фунтов. 3 фунта сдачи, мы можем даже купить себе что-то перекусить на 3 фунта. Да. А? Все, берем? Да. Тебе нравится, Макс? Угу. Ты крутая должна быть. Погнали. Все, на кассу. Это PS4. PS5, ты что, не видишь? Давай деньги пошли. На что бы они еще деньги тратили? За это можно тысячу мейкапа. Почему ты сказал, что FIFA не нужна? FIFA крутая игра. Все пацаны рубятся в FIFA. Да? Так что, Хогвартс или FIFA? Хогвартс. Или... Но мы еще посмотрим. Хорошо. А сколько хоть FIFA стоит? Оно 70. Нет, 60. Я нашла игру. The Perfect игра. Но... No. Еще за это платить? Кстати, FIFA как раз 60. Сколько у нас есть денег? Это я понимаю, рай для геймера. Тут Та-ра! Все, что хочешь. Let's build a zoo. Нет. Хотя. Так, что есть крутого? Что есть крутого? Call of Duty, может быть? Что-то такое, чтобы смотри, под ваш возраст смотри. Подходило. Вот, под Among Us для PlayStation. Нет, смотри, это крутая игра. Ghost? Угу. Так, я что-то теряюсь вообще, что поиграть. Зрители, посоветуйте нам. Ну что, я такой игрок, что вообще тут половины названий не знаю. Вот, знаешь, Assassin's Creed тоже крутое что-то. О, давай Пакмена поиграем. Давай. Пока думаем, что брать. Макс играет Пакмена, а я с Катей в этого, файтера.
Стрит Файтер, это о, видишь, как я Катю кинул только что. Давай, на. Катя, ты чего творишь? На. Не подойдешь. Я победил, Катя. Я буду за вот этого, ты за этого. Давай, погнали. И... О, как это? Как это? Макс меня победил. Короче. Ух, после долгих споров мы определились. Берем Horizon. Да. Так, началось. Научил деньги хранить. Ну, я не видел деньги. А, есть, вот они. Ух. Я уже думал потерять. Короче, мы договорились, что я им покупаю по пачке покемонов. А сдачу забираю себе. Есть! Какая она крутая! Так дай мне поиграть, я же старше! Я вообще-то, моя была идея игру покупать! Ой-е! Ух ты! Мальчики, пока вы играете, я буду тренироваться итальянской песней на завтра в школу! Что? Это тут надо делать? Ну да, мы же команда! Нам команда все вот, надо делать! Команда, вот мы боссов, монстров ищем всяких! А как же братство? Ты же брат наш! Кать, не отвлекай, видишь, тут опасность была только что! Star vicino al velidol che sama el più vago di letto d'amore. Макс, у тебя хоть конфеты какие-то есть? Что-то есть зажевать вкусное, чтобы нервы свои успокоить? А папа меня слушал. Di letto, di letto d'amore. О, сникерсов нету? Ух, я чувствую, я тут долго не выдержу. Макс, ты вообще домашку сделал? Да. Точно да? Или как для папы? Брателей нельзя обманывать. Может быть. Мы тут сидим, в игру рубимся, у тебя домашка не сделана? Давай я поиграю, а ты иди домашку делай. А у тебя домашка сделана? Угу. Как пацаны или как папы? У меня нет домашки. Есть. У меня есть двое детей, собака и кошка. Всех надо накормить, погулять, проследить и развлечь. Вот это моя домашка. Бро, да, у тебя есть домашка. Публиковать видео. Да, летсплей надо снимать. Вот сейчас потренируюсь в Horizon, может, летсплей заснимем. Окей. Ладно, иду тогда делать домашку. Надо мне назвать все страны мира. Отлично, одного клиента сплавил. Катя, а у тебя домашки нету? Это моя домашка. Может, ты ее в комнате позанимаешься сам? Нет. Сама как-то. Братуха, пойди в комнату, по-братски. Дай не мешай. Иначе сейчас в папу превращусь. У меня тут вообще крысы так бегают. Сейчас покусают за ноги. Иди к себе в комнату. Ладно, тогда я пошел к себе в комнату. Ну ладно, тогда я тоже к себе в комнату. Я хотел бы еще на велике прокататься, а что-то вижу, погода не совсем классная. А, пойду, наверное, устроюсь этим наставником, учителем. Проверю, как там домашку кто делает. Кто там Катя? А, нет, только не Катя. А ну-ка ты, Максим, чем занимаешься? Понаставляю тут этих игрушек. Что? Какие оценки? Что это за предмет у тебя такой на компьютере? Это география. Mm-hmm. Папа, назви одну страну в Карибском море, кроме Ямайки и Кубы. Доминикана. Окей, ладно. Багама. Окей. Спасибо, папа. Видишь, подсказываю. Ты так печатаешь быстро. Ага. Вау. Молодец, пацан. А дневник покажешь? Па, да, нет, брат, у нас нет дневников. А где твои оценки все? На тестах. Ладно, занимайся, не отвлекайся, надо развиваться. Хорошо. Все, всех проверил, все молодцы, иду-ка и я позанимаюсь саморазвитием. А, отлично, где мои развивающие вещи? О, ну как, я справился как старший брат? По-моему, очень даже неплохо. Так, продолжаем играть. Да, без Макса, конечно, сложновато тут разобраться, по пещерам этим лазить. Ах, ну ладно, но я же все-таки старший брат, пускай сидят, учат уроки. Так, а что же мне делать? Посидеть немножко, расслабиться, в игре полазить по пещерам этим, может, что-то сейчас найду, какие-то артефакты. Ну, наверное, пора уже заканчивать с вот этим, да? А то сколько можно играть уже у старшего брата? По-моему, я молодец. Хотя, на самом деле, с меня старший брат не очень хороший, по примеру. Хотя не, хороший, игру купил, ё-моё. А вообще, вы хотите...
хотели бы такого старшего брата, как я вот сегодня был, а? Напишите в комментах. И можете лайком поддержать, я же старался. Ну все, короче, от Макса и Кати вам привет, а я продолжаю развиваться. Все, с вас лайк, подписка. И меньше есть конфет, все давайте мне. Пошли в пещеру. Так, где наша пещера?